Строительство нового межвузовского кампуса Кузбасс губернатор Сергей Цивилев обсудил на встрече со студентами и руководителями высших учебных заведений. В совещании приняли участие активисты кузбасских вузов, молодые преподаватели, ученые, руководители научных лабораторий, участники движения первых и российских студенческих отрядов. Что он даст нам для развития науки и высшей школы? Как мы его видим, этот кампус? Вот о чем мы сегодня с вами будем говорить. Проект строительства кампуса поддержал президент Владимир Путин. Для реализации выделили лучшие места в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. Стройка будет молодежно-студенческая. Участие примут и стройотряды. Межвузовский кампус Кузбасс должен стать центром стратегического развития региона и центром притяжения для молодежи всей страны. У нас есть принципиальная возможность, есть качественно новый шаг вперед сделать. Такой, которого давно не делал Кузбасс. Все знаете, один из вызовов сегодня университета нет студенческого городка ни одного. Вы сосредоточены по городу, многие здания построены и приспособлены, они не строились под конкретного университета. А если и строились, то исходя из общих представлений о том, что коридорная система налево-направо аудитории чуть больше, чуть меньше. Примечателен факт, что старт масштабного проекта дан в год молодежи и студентов, объявленный в Кузбассе, и в год семьи. А потому большое внимание будет уделено студенческим семьям. В кампусе будут предусмотрены семейные блоки. В пешей доступности должны быть детские сады, вся необходимая инфраструктура. Северокузбасская площадка кампуса расположится на набережной Томи в Кемерове, южнокузбасская – в центре Новокузнецка. В городах состоялись торжественные церемонии закладки первых двух камней в проектировании межвузовского студенческого кампуса «Кузбасс». До официального старта строительства регион примет участие в третьем конкурсе проектов, который состоится в августе. Анна Кириллова, Риа Ленинск.